Транспортные вопросы касаются и детей, причем иногда в прямом смысле. Нередко встречи с автотранспортом заканчиваются больничной палатой. Дети, угодившие под авто, попадают в травматологическое отделение областной детской больницы. Напомнить маленьким пациентам о необходимости соблюдения правил дорожного движения в клинику пришли сотрудники ГИБДД. В 2012 и 2013 годах в стенах отделения лежало по полсотни детей, попавших в ДТП. В прошлом году цифра подскочила в 3 раза. К счастью, в нынешнем году цифра значительно ниже. Самые сложные травмы, конечно, вот именно когда попадают под машину. Нецелесообразно у нас проведены вот эти зебры, которые не освещены, не оформлены светофорами. Не всегда видно эту зебру. Хотелось бы предостеречь родителей о том, что если вы едете, то надо покупать удерживающие всякие приспособления в виде люлек, кресел детских, потому что они не просто так предусмотрены. Был случай, позапрошлый год ребенок был просто пристегнут ремнем и передавило спинной мозг.